Вот так под веселые и задорные песни ансамбля «Зорница» спорилась работа у специалистов культурной сферы. В этот день они отметили еще один свой профессиональный праздник – День работника культуры Кубани. И к своей экологической миссии подошли по-творчески, превратив обычный субботник в настоящий праздник труда. Своим слаженным трудом и творческим, скажем так, и физическим, большая гвардия работников культуры вышла на это замечательное дело. Более 200 человек сегодня здесь в парке. Мы убираем, мы радуемся тому, что наш труд пригодится нашему замечательному, любимому городу. Потехи часа, делу время. Сотрудники библиотек, домов культуры, городских и сельских музыкальных школ в быстром темпе навели порядок в парке. Собрали мусор в мешки, очистили территорию от сухих веток и травы. Пропололи дорожки от сорняка, привели в порядок клумбы. Конечно, мы хотим, чтобы наш город был чище, чтобы вокруг нас была чистота. И поэтому убираем этот город здесь, по этому парку гуляют наши дети. И многие-многие, кто приезжает в наш город, поэтому должно все блестеть чистотой. Ну а День работника культуры Краснодарского края – это тоже очень важно. И вот сегодня таким образом мы подтверждаем, что любим свою работу. Облагородить нашу Анапу, чтобы она красивая была у нас, ухоженная. Также праздник у нас такой. Провести в хорошей компании, концерт послушать. Все интересно. Во-первых, это чистота, здоровье наших детей, наших близких. Во-первых, мы гордимся нашим городом. Во-вторых, это нам дает возможность пообщаться, увидеться со всеми коллегами не только за кулисами или на каких-то мероприятиях, а вот именно вот просто встреча на таком полезном мероприятии. Я думаю, что это здорово. Остальная часть работников культуры осталась наводить порядки на прилегающих к своим учреждениям территориях. Также этот день на свежем воздухе провели и сотрудники других управлений администрации. Они очистили пляж и песчаные дюны. Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка продлится до 30 апреля. Еще есть время, чтобы внести свой вклад в преображение родного города. Причем ждать для этого субботы совсем не обязательно. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа Регион.